По тропам Халунеста я долго проплутал, кого только не встретил, чего не повидал. И что ни день, то подвиг, и что ни враг, то босс. Пора и отдохнуть бы, подумал я всерьез. Попалась мне реклама из города дождя. Такая спа-программа, что надо для меня. С мечтой о горячей ванне я прибыл на курорт. Испортил все купанье мне этот идиот. В разгар героической схватки попался я в плен врагам. Хотя дураку понятно, что я им поддался сам. И все ради ванны теплой отхилиться бы всласть. Но чует моя Мое сердце туда мне не попасть. Не спрашивайте, как я забрался в божий кров. Тут тоже есть озера, но много дураков. И все так хотят купаться, ну прямо турецкий пляж. Не стану я здесь толкаться, таков уж мой типаж. В кристальный пик внезапно судьбой заброшен был. Мне лазер многократно накидку подпалил. Смотрю, стоит скамейка со спящим чуваком. Дойду, мою, и я тут посплю спокойным сном. Совсем было пал я духом, но все-таки нашел уютное местечко, где всюду красный шелк. Тут вежливы с гостями и рады услужить. Вот здесь-то я и сяду, я отдых заслужил. Всегда отдыхай. Сражения и путешествия берут свое. Во время отдыха твое тело становится сильнее, а раны заживают. Чем больше отдыхаешь, тем сильнее становишься.